В спорткомплексе «Форвард Плюс» состоялся чемпионат и первенство области по кабудо. Соревнования собрали 130 спортсменов из Шуи, Вичуги, Кинешмы, Мурома и Владимира. Кабудо для ивановцев еще в новинку. В нашей области этот вид единоборств развивается с 2009 года. Многие спортсмены, представляющие наш город на состязаниях, совсем недавно закончили посещать детский сад, но уже смело выходят на татами. Ждем, когда уже ребят, моим ученикам исполнится 10 лет. И ребята начнут выезжать на чемпионаты России, потому что на наших соревнованиях они регулярно занимают призовые места, вот, соответственно, попадают сразу же в сборную Ивановской области, и как только будет позволять им их возраст, они начнут выезжать на чемпионаты и Кубки России. Несмотря на свой юный возраст, ребята достигают высоких результатов. Почти у каждого за 2-3 года обучения уже появляется опыт участия в соревнованиях. Почти все спортсмены занимаются сразу по нескольким направлениям кабудо – с оружием и без него. С оружием почему? Это и интеллект развивает, что я делаю, движение запоминаю. И плюс к этому непон мне помогает, это как в школе, помогает постоять за себя тоже. Я узнаю движение противника и смотрю уже, как я ориентируюсь, что он будет делать, чтобы атаковать сильнее. Во время открытия соревнований состоялись показательные выступления. Тренеры продемонстрировали тот уровень мастерства, на который должны равняться все ученики. В апреле следующего года состоятся соревнования по кабудо за Кубок России. В честь города Иваново в этом виде единоборств впервые отправится защищать юная, но целеустремленная команда. Принцип, которого придерживаются спортсмены, звучит так: наповал одним ударом. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.